Большое спасибо. Это наши военные. В честь празднования 77-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов наградить медалью генерал-лейтенант Харазия Шония Алексея Иосифовича. Генерал-лейтенант десантных войск Владимир Харазиев Цезбон, а медаль Шанахшедахан министр Ихзава. А прям шнунок замчешак и мижу я раню алюха. Сан взял горы хорила ова дыра в гапра в ходу кочкочка хедарина хошмата цермата рыла обзир шбарада горы хорила шбарада хошмы замчеш им та. Ян сейчас шухал. Министерство обороны начиная хозяина Аннума Тюрьба вчера генералша а курсантша Ян сейчас шухал. Абсенкул нахчер зигу зиги, аман шала рымана, бзира рымана, гурзара рымана, ам табзи рымана. Валентина Филимовна, поздравляем вас! Спасибо, спасибо. Спасибо за работу, за внимание. Мы вас благодарим за ваш труд, спасибо. За все, что вы сделали. Дай Бог вам здоровья. За то, что вы нас не оставляете, стариков. Помните еще о нас и не забыли. Это очень хорошо, когда не забывают старых. Я вам... Спасибо. Благодарна за безвышую связь. Спасибо, Ефимов. Позвольте зачитать приказ министра обороны. Пожалуйста. Приказ министра обороны Республики Абхазия, номер 116, от 29 апреля 2022 года, город Сухум, о награждении медалью Министерства обороны Республики Абхазия. В честь празднования 77-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне наградить медалью 20 лет Министерства обороны Республики Абхазия Шульгуну Валентину Ефимовну, исполняющей обязанности министра обороны Республики Абхазия, генерал-полковник Цвижба. Спасибо. Спасибо. Кто говорит, что на войне было не страшно, когда танки шпалили кругом, град снаряды сбивавшие башни, трещат в голове до сих пор. Я только раз бывала в рукопашной. Один лишь раз и сотни раз во сне. Кто говорит, что на войне было не страшно, тот ничего не знает о войне. Жизнь в бою одно мгновение, и в памяти всегда живы под Курском тяжкие сражения. О них, солдат, нам расскажи. Ты расскажи, как тяжко было. Порой солдату на войне про изнурительные бруди погляжу тяжкие в борьбе. Под звуки пушек скорострельных не думали наград найти. Мы в схватках жестких и смертельных старались родину спасти. Сегодня многих нету с нами. Их прах, пшеница и цветы своей кровью и телами они вершили ход войны. За неродившихся детей, за недолюбленных девчонок, за слезы наших матерей и громкие рыдания похоронок. Позвольте медаль. Кроме того, разрешите
зачитать приветственный адрес министра обороны Республики Абхазия. Уважаемая Валентина Ефимовна, имею честь засвидетельствовать вам свое глубокое уважение и, пользуясь настоящей возможностью, поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирное историческое значение победы над фашизмом. Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем вся мощь, сила духа и величие людей, сплотившихся и отстоявших свою родину. Ваш славный подвиг навсегда останется в памяти благодарных потомков. В этот праздничный и торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Исполняющий обязанности министра обороны генерал-полковник Свежба. Спасибо большое, что вы оторвали свое время и пришли меня поздравить. А мы вас ценим. Уже 100 лет, уже старуха, скоро уже умирать буду. Не спешите никуда, не спешите. Жалею очень, что я на параде не буду. Здравствуйте! С праздником вас наступающим! Поздравляю! Эти цветочки вам! Вот Нонна Ивановна, а? Как держится бойко, а? Сидите, Нонна Ивановна, присаживайтесь. Вот, молодец! Ничего. О, это внучата, наверное, да, Нонна? О, красавцы. Нонна Ивановна, мы с Министерства обороны, я заместитель министра обороны, генерал-майор Авицба, по поручению исполняющего обязанности министра обороны, генерал-полковника Цвижба, прибыли мы поздравить вас с наступающим Днем Победы. Позвольте, мы зачитаем приветственный адрес. Вы присаживаетесь, Нонна Ивановна? Стоя хотите? Хорошо. Тогда позвольте ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, уважаемая Нонна Ивановна, имею честь засвидетельствовать вам свое глубокое уважение и, пользуясь настоящей возможностью, поздравить вас с 77-й годовщиной Великой Победы. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над фашизмом. Этот день для всех нас был и остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. В нем вся мощь, сила духа и величие людей, сплотившихся и отстоявших свою родину. Ваш славный подвиг навсегда останется в памяти благодарных потомков. В этот праздничный торжественный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долголетия. Исполняющий обязанности министра обороны Республики Абхазия генерал-полковник Беслан Андреевич Цвижба. Еще раз вас поздравляю. Держи, внучок. Вот так. А также у нас приказом министра обороны Республики Абхазия вы награждены медалью 25 лет Министерству обороны Республики Абхазия. Поздравляю. Завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за родину свою станет. Все правильно. Все правильно. Спасибо вам огромное. Не болейте, живите долго. Будьте рядом с нами и воспитывайте замечательных таких внуков в таком же духе патриотизма и верности своей родине. Вот как вы прошли свой жизненный путь, дай Бог. Польшу. И там мы смешались с поляками.
Они говорят, так и вы сдадите, а у меня уже родина есть. Все правильно. Несмотря на то, что я Все, присаживайтесь, пойдемте посмотрим. Я вижу, да. У Берлине была. Да, мы знаем вашу историю, что вы до Берлина дошли. Да. Все мы это знаем. Мы гордимся. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо за победу, за то, что вы сделали, за ваш вклад в эту победу великую. Мы не забудем этого. И спасибо, что таких замечательных внуков воспитываете в духе патриотизма и любви к родине. И тому спасибо. Долгих лет вам жизни и всего прекрасного. Катерина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Заместитель начальника генерального штаба, полковник Бондарь. Очень приятно. Рубочки, мы с улицы к вам. Екатерина Васильевна. Вы извините, что я сижу. Да, нет, конечно, вы должны сидеть. В преддверии 77-й годовщины празднования Великой Победы в Отечественной войне, Великой Отечественной войне, по поручению руководства Министерства обороны, от имени всех военнослужащих, от имени гражданского персонала Министерства обороны, мы прибыли поздравить вас с этим великим праздником во всей современной истории. Спасибо. Мы хотим вас поздравить и сказать о том, что то, что вы сделали как ветераны, как вы лично и в лице вас ветераны Великой Отечественной войны, вы обеспечили мирную жизнь многим поколениям жителей, народу, проживающим в Абхазии, в Российской Федерации, в других странах мира. Пользуясь случаем, я хотел бы пожелать бы вам крепкого здоровья, мирного неба, и чтобы всегда вы оставались вместе с нами в нашем строю. Разрешите вам вручить. Кроме того, уважаемая Екатерина Васильевна, от имени министра обороны Республики Абхазия, позвольте вам вручить медаль Министерства обороны. Поздравляем вас еще раз с Великим Днем Победы. Спасибо вам за победу. И цветы вам. И цветы, да. Спасибо за цветы. Цветы сейчас уже редкость. Спасибо вам большое, большое-пребольшое, что вы помните о нас. Но нас уже осталось так мало. Вот в поселке у нас здесь было 23 ветерана Великой Отечественной войны. Осталась я одна в живых. Остальные кто-то ушел из жизни, а кого-то забрали дети в Россию. Да говорят, что и в Гулерипском районе я одна осталась. Мне ведь знаете, сколько уже лет? 99,5. Если еще я половину проживу, будет 100. Обязательно проживу. Не знаю. Жизнь была нелегкой. Больше было трудностей, чем благополучных дней. И в войну, и после войны. Но все почему-то мною пережито. Хотя я была не спокойна в то время, когда было нехорошо.
похоронила родителей, похоронила мужа, который раньше меня ушел из жизни, похоронила недавно вот невестку, учительница тоже, похоронила сыновей. И вот из всех родных, близких по крови, остался внук Женя. Ну, так как вы пришли меня поздравить с Днем Победы, я вам, наверное, должна рассказать, где я встретила этот день. Конечно, победы. Да. Вот наш 20-й зенитно-пулеметный батальон служил здесь, в Абхазии. Подразделения охраняли железнодорожные мосты от бомбежек немецких самолетов. Но они высоко летали и железные дороги не бомбили, так что стрелять не приходилось по ним. И вот уже мы знали, что скоро конец войны, что уже наши войска в Германии, что часть из них уже в Берлине. И вдруг наш 20-й батальон куда-то посылают. Ну, про себя подумали. Наверное, нашего батальона не хватало, чтобы знамя победы над Рейхстагом водружить. Посмеялись между собой. Но когда переехали Волгу, мы поняли, что мы не на запад едем, а на восток. А почему, не знаем. И вот в это время в сибирских степях, тогда, сейчас не знаю, росло масса полевых цветов. И мы ехали в пульмановских вагонах. Часть девушек сидела на полу, там двери вот так раздвигаются, ноги свесив с вагона. Часть сидела на скамейках, а часть стояла. И вот наш эшелон движется, а женщины, которые оказались в этом поле, почему-то нам кричат что-то, воздушные поцелуи шлют, цветы бросают, но они не долетают. И наш эшелон едет дальше. Никогда б не знала, что есть такая станция, который называется Иссык-Куль. И вот мы приехали на эту станцию, а на этой станции мы должны были получить горячий обед. Так мы сухой паёк получали, когда ехали. И сходить в баню. Сходим на этой станции, и нас поздравляют. С чем? С Днём Победы. Вот где встретили мы День Победы. Знаете, в жизни своей, вот столько лет, сколько я живу, такой радости я не испытывала. Потеряли управление собой. Пилотки вверх бросали. С кем-то обнимались, целовались, кто-то танцевал. Кто-то песни пел. В общем, вот такая обстановка была. Добрый день! Добрый день! Разрешите поздравить вас с Днем Победы! Большое вам спасибо! 77 лет Победы! Дай Бог 77. Еще долгое это время, подожди, чтобы мы могли бы поздравить вас! Знаю тебе, слушай! Конечно, знаете, мы же в прошлом году это встречали... Это генерал-полковник? Да! Ох, как это! Здесь правительство нашего государства Абхазии, значит, сделает вам премию. Почему, слушай? Премия
чтобы вы пошли в ресторан, в посмеялись, поговорили, заснули. Это держите, это ваше руководство страны передает вам искренний привет. Значит, поздравления. Значит, с Днем Победы, 77-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. Значит, с большим уважением в вашем лице ко всем фронтовикам. Значит, так как мы сегодня, значит, вам пришли к другим фронтовикам, другие ответственные люди и посланные, поздравляю. Мы пожелаем вам здоровья в первую очередь. И пока вы на ногах, живы и здравы, нам тоже, значит, это дает повод и силы, и энергии дальше служить, защищать нашу Родину. Спасибо большое, Балаган. Спасибо за ваш неустанный труд. Вы сегодня тоже так вот держитесь душой и сердцем. Вы молоды, вот. Хотя вам 95 лет. 95 лет. Да, дай Бог, чтобы, значит, мы в прошлом году с вами встречались, в этом году у вас дома мы встречаемся. И дай Бог, чтобы еще много-много лет, чтобы мы встречались и могли бы поздравлять, значит, вас. Как я, слушай, думаю. Слушай, это последнее время начался, немного мне это, понимаешь, 95 лет. Ну, я тебе никогда не забуду. Слушай, я 15 лет, даже 4 месяца не хватил, я добровольный пошел. Добровольный пошел. Отца просил, отец, секретарь парткома был. Он, я сказал, ты говори так. Я говорю, папа, давай в твое место пойдем. Я пойду. Да ты что, ты сейчас матерям говорит, дом будешь руководить, говорит. Такой вопрос и даешь, говорит. Вы четыре брата, четыре, тоже если, говорит. Совершеннолетний был бы, мое место не могли пойти. Это самый хищный враг мира, говорит. Это Гитлер. Иди, говорит, домой. Вы четыре тоже, если пойдете, все равно, меня все равно базом вернут. Я думал, он фронт взяли. Но там марухи какой, это ничего нету. Допустим, если через Цибирь машины едут, там... Я думал, фронт взял отца. Оказывается, Рузвельт, Черчилль, Сталин. Переговоры были. Отец туда попал. Кавалерийские войска, слушай. Где война? Где Тегране? Тегран. Переговоры были в Тегране, да. С города Москвы, с Кремля, мы получили, нам привезли вечный огонь для передачи нашим районам, для нашей республики, чтобы мы здесь его подожгли у памятника неизвестному солдату. Все это было организовано 7 числа, официально была встреча. После самолета транспортом был огонь доставлен в город Сухум, после чего мы его поместили в музее. И с музея было
распределено по всем районам. И ежегодно мы будем пользоваться этим огнем, и дальше его эта традиция будет продолжаться веками. Это мероприятие было приурочено к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 41-45 года. В этот день я хочу поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, пожелать им здоровья, и что мы долго-долго видели их рядом с нами. А кто сложил голову, вечная им память. Хочу поздравить наш народ, все народы, которые отмечают сегодняшний праздник, сегодняшний великий праздник 9 мая. Начинается пампи под гуща балара. И цыша замя, а нас хазгут свахейпш, и шал шо зяц кяхго нарьямш, а брия я и рамш, волфьола и варго. Сарада джирардон, лацвейш танца, лагут закон. Ехей, вахей, я скану яй башранч, и шал шо зяцка гонар ямш, а брия яй рамш, волфёла и варгу, а рия наха, сашла раяту, а рия гу. Лагерц гор горлайту, а я и рамш, а я и рамш, а я Шабзия, зигхахна, витай в гана, Ширин садзак сныла ланга с чапахна. Европа обжа, а дуней бжа хакси пьямш, И шал шо зя с кяхго нарьямш, А брия яй рамш, Волфьола и варго, А рия нога, Сашла раяту, А рия гор. Горгара лайтон.